Всем добрый день. Добрый день. С вами Virtus.pro Бородач. И сегодня я стою с одним из самых стильных игроков региональных команд. Пусть он представится сам, потому что он вау. Дмитрий Берников, Пейнов, игрок команды The Nation. Все знают, на самом деле, ну, вы уж простите, что я в таком стиле сейчас, я просто в очках. Все знают, что The Nation сейчас в тренде, это правда? Все верно. Потому что я смотрю комменты, ну уж прости, конечно, и там есть Virtus.pro, короче, болеть, типа, парни пишут GL, VP, там, ну, или M5 иногда, сами понимаете, и все пишут GL The Nation. С чем это связано? Как, на твой взгляд, вообще команда прогрессирует? Ну, на мой взгляд, это связано с нашими успехами по региональным отборочным, по выступлениям на СНГ-турнирах. И команда The Nation, конечно, подходит к каждому турниру серьезно, готовясь, тренируясь и пытаясь выступить на уровне. В моей практике было, что я тоже давал интервью, я всегда говорил такие вот дефолтные фразы. Давай поговорим несколько более глубоко об этом, хорошо? Вот смотри, как вы тренируетесь? Потому что у вас то человек уходит, то приходит. С чем связано это? Потому что это не вау. Ну, это сейчас произошли такие замены, как знаете, то, что мы тренировались одним составом долгое время, и поэтому это было для нас вау. Но... Вау, согласен. Но вот гуд произошло, когда от нас ушел Макар. То есть наш самый такой аимный игрок. Крейзи просто, крейзи. Покинул нас, из-за этого у нас произошли такие замены. Сначала взяли человека тоже из Чебоксар, Спайка. Но он не показал себя на отборочных нас, пришлось его заменить. И теперь мы взяли Фродена из Екатеринбурга. Но он пока нас устраивает во всех параметрах. А почему такой crazy геймер, как Макар, он ушел? Или это какие-то вот разногласия, или непоняточки в игровых планах, к примеру? Или просто там ему не нравится ваш стиль, ну, к примеру? Ну, на данный момент, когда Макар уходил, он нам объяснил тем, что Counter-Strike у него больше в жизни не занимает времени, у него появились новые интересы, но, как видим сейчас, интересы меняются. Снова возвращаясь к Counter-Strike. А на твой взгляд, когда вот у игроков команды The Nation, простите, я забыл говорить с интонацией такой, у игроков команды The Nation потеряется мотивация, так прям чик, и они перестанут играть в Counter-Strike и радовать болел вот своей crazy игрой вообще? Ну, это, я думаю, еще не скоро будет, потому что у нас появляются новые планы, которые мы реализуем в будущем. Это мы с нашими менеджерами, партнерами уже все обговариваем. И что мы планируем свой клан-тег патентовать и сделать его в мультигейминг. Вот, к этому уже готовы спонсоры, и к этому все стремится. А мотивацию мы потеряем, наверное, когда каждый в своей жизни найдет crazy увлечение и займется им. А ты можешь раскрыть вкратце секрет, какого рода спонсор? Они из Чебоксар или же какие-то московские организации? Ну, это, скорее всего, есть организация всероссийская, с которой я на следующей неделе встречаюсь, вся в Ижевске, с представителями. Сегодня был разговор со спонсором MCI. Они полностью готовы с нами сотрудничать. Но это пока два из тех спонсоров, которые я могу раскрыть. Я надеюсь, мы не спугнем удачу, и у нас действительно появится хорошая, мощная региональная команда. Вот напоследок скажи что-нибудь тем болельщикам, которые вас поддерживают. Кстати, у вас очень красивая форма, это стиль реально клевый. Ну, это профессиональный дизайнер делал, не просто так. Ну, болельщикам посоветую и пожелаю, если у вас есть цель, двигайтесь к этой цели. И нам очень приятно, что вы за нас болеете и поддерживаете. Пис вам, друзья. Вот, пис тоже. Мы Virtus.pro очень любим The Nation. И я желаю вам удачи во всех играх, кроме игр с нами. Я думаю, аналогично и вы нам. Поэтому победит сильнейший в любом случае. Спасибо большое. Спасибо за интервью.